В погоне за переменами депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Антон Ищенко провел пресс-конференцию с журналистами. На ней речь шла не только о новых законопроектах, принятых и не принятых, но и о спортивных достижениях саратовских спортсменов. Обо всем по порядку. Анастасия Синичкина. С первых минут встречи Антон Ищенко призывает журналистов на открытое и неформальное общение. В беседе за чашкой чая депутат Государственной Думы в первую очередь рассказал об итогах деятельности ЛДПР за время весенней сессии. Так, по словам народного избранника, фракция стала авторами около 70 законопроектов. Таким образом, внеся 70 законопроектов, мы обогнали и коммунистов, и «Справедливую Россию». Причем коммунистов, несмотря на то, что у них вторая по численности партия, они внесли всего лишь 43 законопроекта. Таким образом, мы почти в два раза их обогнали по количеству наших инициатив, которые вынесены на обсуждение. Ну, я думаю, это о многом говорит. По словам Госдепа, лично он стал автором 4 законопроектов. В целом, говорит Ищенко, активностью партии он доволен, но не удовлетворен результатом, так как далеко не все предложения были утверждены. Большинство из внесенных нами законопроектов не были приняты. Были приняты лишь единицы. Ну, для примера, в первом чтении сейчас принят закон о едином дне голосования. Пока еще не установлен этот самый единый день, но за концепцию уже законопроект, внесенный нашей партии, был принят. Поэтому мы ждем в ближайшее время непосредственно, какой же, собственно, день будет избран единым днем. Далее речь зашла о детях. Антон Ищенко рассказал, как видит решение проблемы по уменьшению очереди в детские сады. У нас есть решение предоставлять возможность получать пособие матерям таких детей, которым отказали в предоставлении места в детском саду. Необходимо изыскивать возможность строительства детских садов по облегченной технологии, каркасные дома, металлоконструкции. К сожалению, у нас почему-то они до сих пор не получили свое распространение. Не осталось без внимания и тема Олимпиады. По словам Ищенко, он очень болеет за российских спортсменов, в первую очередь, которые поехали в Лондон от Саратовской области. Очень бы хотелось, чтобы наш прыгун Илья Захаров получил золотые медали. Это в его силах. Я думаю, что это наша звездочка. В случае, если Илья получит золотую медаль, я готов свою заработную плату в качестве приза ему вручить. В ходе пресс-конференции депутат Госдумы отметил, что в начале октября Саратов планирует посетить руководитель партии Владимир Жириновский. Анастасия Синичкина, Вадим Лысов, Кирилл Логинов. Вести Саратов.